вспомнить имя Евгения Александровича Евтушенко. Ну, это, конечно, необыкновенный был человек, поэт, который когда-то просто гремел не только у нас в стране, но и за границей. Такие понятия, как Гагарин, спутник, Евтушенко, это был как лозунг «все равно, что Советский Союз». Все лучшее представляли эти отдельные слова. Ну, Евгений Александрович иногда общался с нами. У нас сложное было отношение, но, в общем, мы его, конечно, любили за его широту, необыкновенную образованность, талант и вообще за то, что он был большим ребенком. Вот он много раз женился, потому что каждый раз оформлял свои отношения законным браком. И как это Висборг тоже этим занимался. Вот. И вот последней своей супруге Марии он посвятил следующее стихотворение, которое Сергей Яковлевич сейчас поет. Три фигурки. Петрозаводскому перрону, зыбкому, как будто бы парому, шла моя любимая с детьми. Дети с ней почти бежали рядом и меня упрашивали взглядом, и меня упрашивали взглядом: «Папа, ты на поезд нас возьми». Дети с ней почти бежали рядом и меня упрашивали взглядом, и меня упрашивали взглядом: «Папа, ты на поезд нас возьми». Что-то в тебе стало от солдатки, все разлуки словно игры в прятки, вдруг потом друг друга не найти. Женщины в душе всегда готовы молча перейти из жен во вдовы, потому их так пронзают зовы железнодорожного пути. Женщины в душе всегда готовы молча перейти из жен во вдовы, потому их так пронзают зовы железнодорожного пути. На перроне, став почти у края, три фигурки уменьшались, тая. Три фигурки — вся моя семья. Монументы — мусор, как окурки. Что осталось — только три фигурки. Что осталось — только три фигурки. Родина предсмертная моя. Монументы, мусор, как окурки. Что осталось — только три фигурки. Что осталось — только три фигурки. Родина предсмертная моя.